Йоу, друзья мои, добро пожаловать, это Визаич, мы продолжаем играть, и мы где-то тут остановились, я помню, по-моему, какие-то шкафы были, какие-то монстры у нас. Ой, блядь, и ладно, хорошо, надо поддержать лайком, чтобы мы сегодня выжили и, может быть, даже добили бы эту игру до конца. А я помню, что было сказано, что монстр должен вылезти из шкафа, то есть я должен подойти к каждому и, видимо, открыть и найти нужный шкафчик мне. Фу, бля. Это кто ходил? Это я ходил? Надеюсь, что нет. Хотя хер его знает. Безумия тут тоже нет. Бля, вот отсюда что-то рычит. Судя по звукам, здесь какая-то ебала определенно есть. Она. Хорошо. Допустим. А вот все. Я начинаю аж губы, блядь, грызть, знаешь, от страха и ужаса. Мне кажется, что здесь кто-то есть. Нет? Странно. Блядь. А так куда мне надо? Это типа край карты? Судя по тому, что я слышу. Не, фотоаппарат нам не надо трогать, бро. Фотик нам трогать не. Давай откроем каждую, да без проблем вообще. Какие вопросы, блядь? Здесь тоже монстра нет. Ебать, сука, ты чё охуел? Я чуть не высадился, блядь. Блин, и стул и так скрипит, если я его сломаю. Чё? Tired of child game, господи, твою мать. Подожди, то есть тьма меня поймала, да? Сейчас Даша прибежит, скажет, типа, что случилось, блядь, ты что делаешь? Ай, нормально, блядь, хорошая игра. Хорошая, добрая игра, блядь, позитивно. Правда, мне кажется, что синдром Торетто у нас немножко развился уже. Так, а что делать-то надо, ёпты? Что я должен... Я должен выпустить ее, не выпустить. Какие цели вообще? Что тут за ебала творится? Охуеть! Что происходит? Что творится, бля? То есть надо было просто уйти, что ли, получается? Наверное, когда говорят, неудобно на потолке работать, люди ошибаются. Люди кардинально ошибаются в этом плане. Вот мой любимый телек, который показывал мне, куда идти в свое время. Поэтому я его люблю, он часть меня уже в этой игре. В смысле? Подожди, там кассета лежит. А я брать ничего не могу, да? Хорошо, ладненько. Допустим. Добрая, позитивная игра. Я же хорошо настроен на самый позитивный лад, например. Здравствуйте, мистер Панда. Панда, это папоротник и панда. Блядь, нет! Закрой нахуй эту дверь, блядь! Нахер дверь, еб... You should keep this... Сучка. Ладно, давай чекпоинт. Ну, мы поняли, тут ходить-то не надо ведь между шкафами этими. Значит, весь прикол в том, что я должен успеть спрятаться каким-то мака. Так я же закрыл дверь. Там была маленькая панда. Я надеялся, что все будет хорошо, но нихуя не хорошо. О, да. Ага. Слушай, я типа в шкафу должен спрятаться? Ну, давай еще раз откроем. Тут вроде никого нет, поэтому нормально. Наш герой не прыгает, поэтому в шкаф мы не зайдем никак. Давай сюда. Типа упал.
ебала, блядь. Так, к панде не заходим. Все, мы поняли. Ошибка наша была в том, что к панде заходить нельзя. Тут есть дверь. Тут еще одна дверь есть. Да я хочу хотя бы чекнуть, проверь. Там нихуя нет. Уходим, 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 уходим. О, мне кажется, все плохо. You hand are full. Какого? Блять, лампочку выбросили что-нибудь. Молодец. Лампочку выбросил нахуй с пляжа ее. Вот здесь. Ставь, здесь ставь стул. Ага, я могу сюда пройти, хорошо. А где мой фотоаппарат? Вот фотик давай. Все. Все нормально. Дайте сейф, пожалуйста. А, так мы вернулись туда, где были. Мы были здесь. Я знаю, что не сделал. Там была дверь слева. Я, по-моему, ее не проверил. Стол вообще нахуй не в тему здесь. Почему так темно? Почему я ни хера не вижу? Какие-то коробки. Блять, у меня зажигалка вообще рабочая, подожди. В потемках, конечно, весело. Икс руки менять, я помню. Что ты творишь, блядь, идиот? Что ты делаешь? А, да нельзя, не работает, я понял. Зажигалка здесь не пашет просто. Там никого нет, бояться нечего. Тут еще один стул. Там какие-то коробки, но я там пройти не могу никак. Что, что происходит? Хорошо. Допустим, допустим, предположим, что нам надо сюда. Там мы были, там открыто. Здесь мы тоже были. Остается только подняться наверх. Ебать, там кто-то был! Сука, там... Отвечаю, там кто-то был. Да, хоть такие игры, блядь. Там реально кто-то был. Ебать, колотить. Здесь я был уже. И здесь я тоже был уже. Я уже везде здесь, по-моему, был. Видишь, типа намек на то, что надо фотографировать ебалаечку эту, которая появляется. Да. Беда. Беда в том плане, что мне надо туда, а я туда пройти не могу. Что там за, блядь, творится? Да за говно-то такое? Мне кажется, оно как-то переметнулось сюда. Все, пиздец. Мне хана, походу. Что делать? Все, пацаны. Приплыли. Приехали. Туда пройти нельзя. Блять, я не хочу в темноту. Я не очень хочу в темноту идти. Мне не очень нравится идея, блядь, темноты. У меня нет выбора. Я не понимаю, куда мне надо просто. Понимаешь? Вся проблема в том, что мы откуда-то вышли куда-то. Здесь мы были. Здесь мы были. Ну хорошо, давай еще раз сделаем. Нет, там, получается, надо зайти в комнату с пандой. Но тогда активируется скрипт и вылазит ебала это. Тут я могу и так пройти. Тут ничего. Тут просто шкаф. Вот здесь вот херня творится, смотри. А зачем нам сюда? На кой хер? Я типа прикинулся шлангом, что ли, или что? Нахера садиться? Стендап. В чем прикол? Ну, сработало что-то. Что-то где-то рыкнуло. Что-то где-то прошло. Ладненько. Мармеладненько, блядь. Мне непонятна суть этой комнаты тоже. Здесь вообще непонятно. Там есть какой-то проход?
Ну, вроде как есть, но коробки мы двигать не можем, понимаешь? То есть для нас это непосильный труд. Так, спокойно. Если он здесь стоит, значит, что-то здесь, наверное, еще есть. Потому что мы там застряли, нам пришлось перезагрузиться, иначе была бы жопа. То есть, получается, смотри, какая фишка. То, что я не заметил в первый раз. А, можно, конечно, пооткрывать, посмотреть. Но здесь есть кое-что интересное. В том плане, что все вещи тут как бы перевернуты вверх тормашками, а вот этот ковер ни хера нет. И здесь стоит как бы тело, наверное, намекающее интеракт. Смотри, я не сразу заметил. Вот, вот, убежало одеяло, убежала простыня. Я сюда могу спуститься. Нахуя мне, правда, бля? Типа как бы так. Давай спустимся. Давай сделаем это. Давай, а чё, терять-то уже? Все, нервные клетки. Там кто-то ходит. Всегда мечтал о таких узких, вонючих каких-то проемочках полазить. Это было в какой-то игре у нас было. Помнишь, мы так лазили между стенами, вот этими вот стенами? А это было в Резике, по-моему, да? Вроде бы там. Что это такое? Это щелка какая-то? Что это, блядь? Может, не надо туда руку... Ты туда руку, да, засунешь сейчас? Что это за хрень? Что это? Какой-то железный брус или что-то такое? Чего? Чего? Давай, подожди. А, зажигалка у нас не рубит. Что-то сюда просунули. Я не знаю, что это. Какая-то доска или что это? Металлическая какая-то хрень. В общем, ладно. К чему это было, тоже немножко неясно. Так, вернемся сюда. Ты предлагаешь наверх пройти? А, слушай, может там таким образом где-то что-то убралось, я смогу пройти. Помнишь, там был завал, я не мог выйти из него. Давай попробуем. И этот челик ушел, смотри, типа. Да, блядь, переключись. Здесь была эта стерва, она появлялась и нас несколько раз ловила. Я типа открою на всякий пожарный. Полить. Открывай, давай. Открывай, молодец. Да. Это мы видели. Вот здесь, может быть. Но я там проваливался, понимаешь? То есть я туда очень останусь. Я туда не пойду нахер. Я там уже был. Там мы застряли 5 минут назад. А мне нужно выбросить лампочку. Смотри, бери лампочку. Брось ее, пожалуйста. Бросил ее? Да не... А, все, нормально. Так, я могу взять стул. Могу его бросить тоже сюда. Все, теперь я готов, как говорится, к приключениям далее. Что-то мы сделали. Что мы убрали? Зачем мы это сделали? Немножечко непонятно. Так куда мне надо идти тогда? Еще раз спуститься? Я могу еще раз спуститься, только я не понял, зачем. То есть мы убрали какую-то заслонку. А, где-то что-то, видимо, заслоняло, наверное. Я не мог пройти или как-то так. Что внизу у нас? Внизу двери. Неудивительно, нихера, да? Внизу у нас двери, мы здесь были. Мы здесь были. А эта дверь какая-то подозрительно странная. А, вот эта херня, смотри, вот мы убрали отсюда. Давай закроем нахуй дверь, пожалуйста. Не надо нам это. Ложи какие-то. Вот теперь хотя бы ясно стало. Спасибо, очки за автосейв. Спасибо. Страшные двери. Такие облупленные двери говорят только об одном, что впереди проблем нам не огрести просто. Надо мне сюда заходить? А может, не надо? Мне кажется, в этом нет смысла. Давай начнем с этой двери, пожалуй. Симулятор открытия дверей. Тут хотя бы есть свет. Не-не-не-не-нет, вот выключать — это плохая идея. Можно выйти. По-моему, мы оказались там, где я застрял в тот раз. Нет, похоже, место очень... Я иду чисто, знаешь, по наитию. Абсолютно наобум.
что это было? А, это маленький божочек, смотри, такой, видишь, типа просвечивается. Ну, это не страшно, это типа еще в разработке, как бы, поэтому бояться нечего. И на всех картинах изображена вот эта вот херота, видишь, страшная. Там кто-то покашлял. Блин, что с мышкой? Почему она так... Расти Кий нам нужен. Здесь тоже заперто. То есть я должен где-то найти Расти Кий. Окей. Мне кажется, сюда безопасней. Я не очень в этом уверен, но мы пройдем. Нам в любом случае придется и туда тоже идти. Пока это действительно напоминает симулятор открытия дверей. То есть, если мы хотя бы по дому ходили, там была аномалия. Здесь я открываю, открываю, открываю. Захожу и открываю. Привет. Привет, ключик. Расти Кий, знаете уже. Вот это хорошо. Спасибо. Фотик не прячь, пожалуйста. Фотоаппарат прятать не нужно. Понимаешь, если нас убивают, то мы хотя бы визуально понимаем примерно, куда нам надо. И это найс. Что было, блядь? В смысле, блядь? Нет, 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 нет. Нет. Ебалая, блядь. Ай, плохо дело. Иди нахуй отсюда. На. Блядь. Как мне скрываться-то здесь? Объясни мне. Свет она не боится нихера. Ой, бля. Я знаю, что мне надо Расти ключ. Все открылось. Слушай, а я туда не ходил. Я вот сюда не ходил. А хоть пройдем, посмотрим, что тут. Здрасте, парни, вы как там? Бля, все. Нет, туда не надо. Я понял, игра, спасибо. Я понял. А вот это мы открыли, да? Нам туда не нужно. Абсолютно. Там люди занимаются своими делами. Мы им не мешаем. Пикап. Юхен, блядь, да что ж ты будешь делать? Убери одну. А, ты эту дощечку, все, я понял тебя, братиш. Я понял твой хитроумный замысел. Бери дощечку, и надо будет положить, чтобы пройти над людьми этими, которые там были. Хитроумная игра? Нет, вообще кайфовая тема. Только надо уронить ее так, чтобы... Спасибо. Света у нас по-прежнему нет, и надеяться на чудо не стоит. Ой, крепота. Автосейвинг. Я давно так не радовался автосейвам. Это реально прикольно. Реально кайф. Да, тут ничего не меняется. Чего? Не надо. Блять. Дух. Ты хоть ходи, как-то предупреждай, что ли? Тарелочки даже не упали. Тарелки даже не упали, понимаешь? Могли бы разбиться. Чтоб я охерел, блядь, же. Почему зажигалка не работает? По-моему, Fatal Frame игра называлась. Я вспоминал, как она у нас называется. Игрушка Fatal Frame. Там, где девочка тоже школьница ходила. И духа фотографировал на камеру. Потом у нас еще был Dread Out с похожей тематикой. Вот там, по-моему, были, нет? Могу ошибаться, конечно. Но нам, наверное, сюда. Но вот этот рисунок говорит о том, что там есть какие-то заблудшие души, которые готовы, видимо, нас к себе взять. Блин, я не знаю. Давай попробуем вниз туда. Хуже, наверное, уже не будет. Что может быть хуже? Ты даже стрелочкой показано, иди туда. Если ты совсем не бобо, иди сюда, да. Давай попробуем. Чудесно.
что это было? Фотоаппарат, блядь. А, то стена кирпичная. Допустим. Хорошо. Но я очканул так, я со стены еще так не орал. Я еще так со стены не орал. Это что? А, это... Блин, издалека было показано, как будто девочка. Я иду просто в кромешной тьме. Периодически делаю фотографию. Фотографию. Делаю. Фотографию я делаю. Нормально все, все окей, все хорошо. Ничего страшного в этой игре нет. Она добрая. Про котят. Игра. Про котят. О, конвертик, но прочитать его нельзя, конечно же. Что у нас? Нету ничего в шкафчике, да? Ладно. Нам и не надо ничего. Что нам может понадобиться в этой игре? У нас все есть. Все у нас есть. Привет, гараж. Привет, гараж. Вот, знаешь, когда долго в гараже не убираешься, наверное, примерно так оно и выглядит. И вон там дверь наверху. И типа, Олежа, надо что-то делать. Надо что-то делать, сударь. Понятно? Сделано круто. Вообще стилистика кайфовая. Мне нравится. Блин. По-моему, где-то радио играет. Сейчас дойдем, и там будет радио, да? Тут так просто еще не зайти, надо обойти, смотри, по периметру, и только тогда. Звук такой, знаешь, как мышки свистят. Блять, вся боль, вся дичь в этой игре началась именно с этой комнаты, когда девочка появилась. Бля. Фух. О, автосейвинг, спасибо. Видишь, вот эти вот ногтями вот так вот. А, нельзя, вот теперь у нас опять... собственно, Сэнти появилась. Безумие наше. Привет. Контент not available здесь. Ну, домой-то мы пришли. А зачем? Смысл? А можно свет включить? Свет-то вообще работает? А хуй там работает, блядь. А, дело в том, что даже самих выключателей нет. А в темноте типа долго находиться нельзя. А значит, надо поменять руки и зажечь зажигалочку. Так, чувствуется мне, что надо наверх, наверное. Я не знаю. У меня предметов никаких нет. То есть, у меня есть фотик. Я помню, что где-то здесь вроде бы можно было выбраться. Допустим. Видишь, тупо нихера вообще. Что это было? Что это был за звук? А, что-то где-то включилось, типа, у нас. О, мать моя родная. Ладно. Давай, братиш, не ссы, все будет нормально, мы с тобой, смотри. Старый добрый дом у нас, что-то нам пришло. Понятно. Так. Эту свечку не я зажигал. Иисус, с тобой снова встретились. Снова приятная встреча. Бля, меня аж начинает коробить от этого дела. Привет. Я же свечу не зажигал. Можно я выйду? Я... Вот что нам дома делать? Что нам делать дома? А, ты имеешь в виду, вот, наверное, по скрипкам этим идти, да? То есть вот по этой царапке. Давай по царапке пройдем. А куда дальше? Бля, нихера не видно, бро. Вот немножко света. Тут царапок нет. В детской тоже, наверное, в ту часть дома надо. Да я понимаю, что Destiny, блядь, Сэнни идти. Тихо, 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 тихо. Ша, спокойно. Спокойненько, блядь. А у нас, по-моему, часы не били ни разу, да?
Примите пилюлю, иначе у вас начнется какой-то судорожный... Судорожная херня, блядь. Вон там свет, давай на свет. Тут были пилюли! Тихо. Тихо, шабля, что это? А, еще одна зажигалка хорошая, спасибо. Пилюли были... Где-то в доме пилюльки были. О, меня закрыли. Охуенная игра. Меня закрыли здесь. А что мне делать, если меня закрыли? Ой, бля, плохо дело. Что-то дичь какая-то, по-моему. Так, вот это... Нет, это не пилюли. Там, по-моему, никого нет. Да, блядь, закрой. Закрой, пожалуйста. Тут не включается. Тут тоже. Воду не включить. А что нам делать-то надо? Что я немножко не понимаю. Может, в шкафу что есть? Нет, это не то. О-о-о! Не-не-не-не, не надо! Добрая игра, блядь, сама воду включила. Спасибо. Странно. Звук, как будто я ходил в подвале. Знаешь, такой же был. Закрыто. Что здесь? Полотенце чистое. А, я хотел тумбочки почекать. Может, что найду? Фен. Так, куча всякого трэша. Но ничего нам не нужно. А если вода наполнится, и что нам потом ждать? Она начнет переливаться, и меня нахер затопит, да? Заебись, логика. Либо мы тупо ждем ретракт. Я не знаю, что делать. Я не вижу, с чем можно взаимодействовать. Лампочки нет, кран не включается. Какие-то таблетки, всякая ебала. Либо мы себя сами загнали в ловушку, либо я что-то не вижу здесь. Двери закрыты. Здесь, по-моему, как бы пара много становится, видишь? О-о-о! Что, постучал кто-то? Не-не-не-не-нет-нет-нет, не надо, блядь! Там была девочка, по-моему. Там была девочка эта. Открой двери мне! Чё-то здесь слишком много воды, по-моему, уже. И пара много, понимаешь? Я еще ни хера не вижу от этого. Сейчас линза запотеет. И пиздарики. Двери закрыты, я не открою. Мне надо погрузиться в воду? Зачем? Допустим. Но царапки вроде бы не сюда вели, понимаешь, в чем прикол? Нет, нет, не надо! Не надо! Блин, не надо! Это я проиграл или так надо было? Может быть и надо. Так, вижу, ребенок смотрит телевизор. Я двигаюсь? Нет, не могу пока. Сейчас мы встанем на ноги, и вот теперь можно двигаться. Люси! Come on up, Люси! Люси! Что-то мне кажется,
Сейчас Люси нас пугнет, блядь, нахрен, так что я уже заранее готов. Я готов пугаться. Давай, Люси, нападай. Давай. Давай, раз, Люси, два. Я уже кричать хотел. А Люси не напа... А, Люси здесь. Хорошо. А вот и птичка, кстати. Птичка, телевизор, Люси, монстр из шкафа. Она любила эту птицу. Что вы делаете? Like we что-то, короче, у Люси какая-то, видимо, то ли болезнь была, то ли еще что. И нам хотя бы более-менее показывают историю этой девочки. Хотя бы сейчас. Что-то с Люси было явно не так, то есть мы это уже поняли. You heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. Нам нужно сделать выбор, то есть вот типа сердечная диагностика какая-то у нее была. But who the hell prescribes syringes for a child? А кто-то же должен помочь типа этому ребенку. Как много детей умирает каждый день? Доктор что-то про карантин там она начала разговаривать. Я говорю, Люси чем-то заболела. То есть она подхватила что-то, видимо. Тут очень так интересно интерпретирована эта история вся. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Мне кажется, что этот монстр якобы, это, наверное, типа болезнь так показали, может, которая Люси завладела. И, скорее всего, это так. Этот монстр, который нас преследовал. Плюс ее переживание, знаешь, очень похоже на Silent Hill. Ну, в принципе, P.T изначально задумывался как Silent Hill. Ой, блин. Ванная с кровишкой. То есть я заложу обратно в ванну. И мы таким образом узнали чуть больше про Люси. Мне кажется, что это монстр, это реально как бы ее болезнь показана вот так вот. Что якобы доктора помочь ей не смогли, и поэтому она еще из карантина не может вернуться к маме. Ой, братан, что тебя как-то колбасит прям дико. Мне казалось, что царапки, которые мы видели, вот этот ногтей, они вели вроде бы не в эту комнату. Они вели не сюда, вроде бы. Да, братиш. Вот такая вот же скачка у нас происходит. Что ты там делаешь, Люси? Люси, мама волнуется, открой дверь. Ты в порядке? Открой дверь живо. Что она там делает? Что происходит? Мне кажется, она хочет типа покончить с собой. О, это было. Спасибо, что поиграли в раннем доступе. Мы открыли весь доступный контент, который доступен был в раннем доступе. Мы ждем от вас отзыв о том, что мы проделали игру хорошую. Да, игра реально кайфовая. Фу.
Почему-то от нее отпала челюсть нижняя. А мы находили, по-моему, челюсть, нет? Или где-то было что-то такое? Нажмите любую кнопку, чтобы проснуться. А, я просыпаюсь здесь. Я могу взять челюсть, получается, да? Теперь нужно ждать обновления, чтобы больше понять, что здесь происходило. Там какой-то ключ вижу. Ай, музон хороший. Что это за ключ? Сейф ки. О, хорошо. Сейф ки, это хорошо. А вот и челюсть, смотри, кстати. Вы нашли прогресс айтем. Это нужно... Это разве женская челюсть? По-моему, это не женское лицо. Я могу ошибаться. Но судя по бороде... А хотя хер его знает, блядь. Честно, не знаю. А стоп, экзаменейт можно прозумировать. Давай прозумируем. А, это максимум. Видишь, можно вот так вот сделать. В общем, пишите ваше предположение, что это, куда это. Покрутить мы покрутили. О, чаптер с Люси закончено. И автосейвинг у нас идет. То есть главу за Люсиху мы прошли с вами. Теперь можно хоть свет включить, слава богу. Охренеть. Так, подожди, тут были пилюли, я помню. А сейф мы так и не открыли, между прочим-то. Между прочим. Сейф мы не открыли. Пикап, что это? А, это просто бутылку взялся. Баночку с какой-то херотой. А, подожди, так это от сейфа. Так может отсюда? Бейзмент. Бейзмент, комната 302. Бейзмент. В подвал типа спуститься зачем? Комната 302. По-моему, кто-то ходит. Я, по-моему, какие-то шаги услышал. Бейзмент. Ну, давай сходим в бейзмент. Нет, не, это не сложно, подожди, зажигалку не бросай. Хорошо, дела у нас тут делаются. Тут нихера не работает. Видно же, что дом богатый, правильно? То есть родители Люси явно были не бедные люди. И могли позволить себе, в принципе, любого врача, я думаю. Мы не отражаемся. Ха, мы не отражаемся. Тут были пилюли. Я чего сюда пришел, потому что здесь были пилюли. Здесь, по-моему, вот пилюльки. Что-то я их взял, они у нас... Во. Давай немножко накинем. Потому что, мне кажется, эта ебала вообще непроходима у нас. Так, бери вот так вот. И погнали дальше. Значит, бейзмент. У нас был ключ от бейзмента, там была машина. В комнате 302. Может, ключи от тачки, типа? Как, кстати, вариантец. Пошли сходим. И можно будет заканчивать, наверное. Еще раз покажи мне. Комната 302. Говорю, единственное, чего у нас нет, это ключи от машины. Иисус, привет. Ты не подскажешь мне, где найти ключи от тачки? А то много вопросов очень. Понятно. Это не работает. В этой версии, увы, это не работает. Я думаю, что и особо рассудка, наверное, здесь уже нет. Hold. Твою мать. Все равно крипота. Все равно здесь охерительно крипово. Блин, дом классный, конечно. Ну, пошли сходим. Бейзмент 302. Че, фотоаппарат-то уронил? Твою мать. Че-то, по-моему, не туда пошли куда-то. Бейзмент 302. Я просто не помню, какие у нас тут еще взаимодействия были. Мы вроде бы все открыли, что можно было. Манекены.
Здесь все нормально. А подожди, а чел в начале игры, в самом начале сидели жертвы в виде девушек, которых чувачок убил с помощью этой русской рулетки. Пистолет зарядил и всех перебил нахрен. Это к чему было вообще? Странно. Может, это прошлый чувак, которого наняли, типа, расследовать это все дерьмо? Может быть, это он был. Давай повключаем свет. Что-то здесь адски темно. Бейсмент. Ну, в подвале, как в таковом, мы уже побывали. Тут можно лампочку забубенить, смотри. Кендлс тут нельзя поставить. Так, из вещичек у нас ничего нет. Криповый ребенок. Ваша свечка скоро закончится. Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Но слава богу, что нас хотя бы никто не терроризирует. Basement 302. Что же я пропускаю-то? Хер его знает на самом деле. Блин, я не знаю. Тут ничего. Машину мы вряд ли откроем. Комната 302. Тут комнаты не пронумерованы. Поэтому не получится. Тут мы были, тут мы были. Странная хурма. Бля, сюда сходить. Сука, самоубийство просто. Паранормальное дерьмо все-таки есть. А, контент на ТВ-ли был, видишь? Видишь, ничего нет у нас. Чувствуется мне, друзья, что, наверное, мы здесь закончим. Если вы знаете, что мы еще тут не сделали, пишите об этом. Тут тоже двери закрыты. Видишь, некоторые двери просто закрыты. Они недоступны здесь никак. Туда тоже не выйти. Ладненько, я думаю, что с визейжем на сегодня, наверное, хватит. Типа мы как бы прошли главу за Люси. Будем ждать другие главы. И будем это дело проходить далее. С вами был Брейн. Надеюсь, понравилось. Всего хорошего. Пока-пока.